Здорово, ребята! Сегодня у нас батл рояль игры, такие как PUBG, Free Fire и новые игры типа Battle Destruction и Creative Destruction. В первой игре много рекламы, поэтому я ее запускал и уже видел, что там будет бам! Одна реклама. Но надо запустить игру и показать вам. О, без рекламы запустилась, офигеть! В прошлый раз запускалась сразу миллион рекламы. Так, значит, Battle Royale нажимаем. Соединение с сервером. Давайте играть. Кто-то, если играл, пишите. Может быть, кто-то умеет играть в эту игру. Это очень похоже на Fortnite, наверное, я так понимаю. Я не разбираюсь, но мне кажется, это Fortnite. Вот, смотрите. Смотрите, какая тут графика. Сколько игроков, я не знаю здесь. Так, можно бегать, можно прыгать. Это вода или что? Тут очень странно графика нарисована. Посмотрите, это вода, да? Это вода. Так, а звуки есть в игре или тут так тихо, что-то ничего не понял я. Ладно, давайте. Здесь нельзя в команде, наверное, играть. По одному только. Загрузка. Все. Вот, мы летим. Смотрите, что такое. Дирижабль? Чуть непонятное вообще. Не знаю, что это. Чуть такое вообще. Как он летит? Так, вот карта. Она ужасно нарисована. Я не знаю, это минимальная графика, что ли, или что. Смотрится ужасно. Я, наверное, вот туда, в зеленку прыгну. Смотрите, там красиво. Скорее всего, туда прыгну. Сейчас немножко подожду. А сколько игроков тут вообще написано? 100 игроков? Серьезно? 100? Тут что, боты одни? Откуда тут 100 игроков? Тут, как бы, мне казалось, 5 игроков всего играет. В начале, когда загрузка была. Да, это Fortnite, реально. У них такая же анимация, когда ты летишь. Вот видите? Типа ветер так. О, тут дома хорошие. Давайте прыгать сюда, посмотрим что-нибудь, найдем оружие. Я даже не знаю, тут пушки в этой игре или что? Какое оружие это? Что собирать-то мне? Есть ли тут вообще броня в игре? В Fortnite типа брони нету, там есть типа выпил зелье какое-то. И получается защита есть. А здесь может шлем можно собирать, не знаю. Так, падаем. А можно быстрее падать как-то? Наверное, нельзя, да? Хорошо, мы упали. Так, как запрыгивать в дом? Здесь нету фишки запрыгивать в дом, прикиньте. Ну, в PUBG тоже, кстати, не было изначально, когда на компьютере вышла игра. Там тоже нельзя было запрыгивать. Так, ну, берем. Так, а как стрелять? Так, подожди, возьми пушку. Перезаряди ее. О! Автомат Томпсона, походу, это. Ничего не разрушается, давайте проверять. Физика, ну, ничего нельзя сломать. Так, ищем дальше какую-нибудь защиту. Где там зона? Так, я в зоне. Все нормально. Первая зона на мне. Можно не беспокоиться. Мне главное найти что-то поинтереснее, кроме... О, как он прыгает. Прыгает он вообще жестко. Посмотрите. О, шлем, шлем. Я шлем взял. Круто. Я взял шлем. Так, подарочки. А можно взорвать? Эти подарки в Fortnite есть. К ним можно подходить и брать. Здесь нельзя. У меня уже шлем реально есть. Так, какое-то здание огромное вот это. Давайте сюда. Тут два этажа. Попробуем пару этажей посмотреть. А как перезарядка вообще? Пока я стрельбы не слышу, как будто я здесь вообще один. Можно снова это оружие взять. Она типа патроны только, наверное, восстановила мне. То есть я оружие как бы не взял, но патронов больше стало. Так, сколько игроков осталось? А, вот здесь вот циферка, если что. Но я даже сам не вижу. Вы на камере не видите я. 86 вроде. Очень плохо нарисовано. Так, а что это за оружие? МП5. Мне что-то Томпсона кажется автомат покруче. Агентия. Агентия, это что такое? Граната, что ли? Давайте попробуем, как кидать гранату. Какой кнопкой кидать гранату? Вот я нажимаю. Или это здоровье восстановить? Не знаю. Так, это прицелиться. Это прыжок, это лечь. А, наверное, вот тут кнопка стрелять. Или это просто дублируется? А, можно так. Не знаю я. Не знаю. Так, а я выпрыгну тут? Да, я выпрыгнул дальше. Хорошо. О, телевизор. О, шотган можно взять. Но шотган вблизи только стреляет. Я не хочу. Пока никого нету. Так, зона, зона, зона. Все нормально. Зона нормально. Можно играть. Меня не убьет зона. Ищем что-то еще интересное. Броню, наверное, можно... Ой, энергетический щит. Это что такое? Я взял энергетический щит, и что случилось? Где его увидеть? Я не могу понять. Вот эта кнопка? Нет. А где инвентарь вообще посмотреть в этой игре? Что-то непонятно, да? Все очень странно сделано. А второе оружие это какое? А, никакого, да? Я понял. Второго оружия у меня нет. Так, сколько осталось игроков? 81 человек. Ну, возьмите, убейте меня. Давайте стрелять специально.
Меня даже никто убить не может, потому что здесь как будто никого нету. Кто кого убивает, я не понимаю. У меня ни одного выстрела. Я ни одного выстрела не слышал. Кстати, вот эта бочка сейчас рванет. Смотрите. Нет, нифига. Тут ничего не взрывается в этой игре, я так понимаю. Вообще ничего не взрывается. И оружие снова такое же. Ну, как бы игра очень скучная. Согласитесь, скучновато. Никого нету. Я, наверное, следующую вам покажу лучше PUBG. Если что, можете поиграть в эту игру. Может быть, это тренировка какая-то. Здесь вообще никого нету. Я не люблю такие игры. По сути, я один, и нечего делать вообще, посмотрите. Ну, типа, красивая графика. Типа. Но она какая-то мыльная, она размытая. Если так приглядываться, все как-то странно выглядит. Так, что здесь находится? АК-47. Ну, давайте. Берем АК. АК, вот АК. А, вот АК, подождите. Вот это посильнее. Вот это посильнее, да. Тут быстрее бежать, знаете, как прыжками в этой игре. То есть давайте посмотрим, как он бегает. Вот он бегает. А вот прыжок. Ну, лучше всего прыжками даже. Очень быстро прыгаешь. Ну ладно, давайте следующую игру показывать. Это PUBG. Та игра не очень, честно говоря. Она как будто недоделанная. Я не знаю, может быть, я что-то неправильно понял. Может быть, не тот режим включил. Может быть, там в меню что-то нажать надо. Там будет больше игроков. И будет интереснее. Но я что-то не разобрался, честно говоря. Так что ждем PUBG. Так, обновление завершено. Пожалуйста, перезагрузите игру, говорит нам обновление. Ну хорошо. Я перезагружаю игру. Сейчас посмотрим, что у нас тут будет. Загрузка. Загрузка. Загрузочка. Ого! Это что? Кинг-Конг против Годзилла. Фейсбук, пожалуйста. Заходим. О, какая тут музыка. Такая была? Как это? А, это только там будет. В меню другая, что ли? Ого! Новое обновление. Ну-ка, ну-ка. Джунгли какие-то. Они вдвоем с одной командой. Так, у этой вектор оружие. А у того... Какую-то куклу нашли. А у того М-ка. Это же М-ка? Или это АК-47? Что-то я совсем не вижу. Кто же там? Кто же там? Кто же там? Да вы что, слепые сзади? Они серьезно слепые? Это теперь не выживание, короче. Зачем оружие вообще? Бегите без оружия. Автомат тяжелый, быстрее убежишь без автомата. Вау, 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 полегче. Вот это да. Вот эта игра, я понимаю. Годзилла против Кинг-Конга. Это супер крутое обновление какое-то, да? А как в реальности это выглядит, мне интересно. Ну, мы его сейчас посмотрели, да? А как в реальности графон? Так, что нажать мне, чтобы быстрее начать? Зачем мне какой-то персонаж? Давайте играть. Закрываем. Так, 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 так. Нажимаем. Классический режим. Аркада? Нет, классический. Годзилла! Это, наверное, в красной зоне Годзилла будет, не? Я понял, правильно или нет? Так, где Годзилла? Алло. И как мне выбрать Годзиллу? Ничего не понимаю, честно говоря. Ну, наверное, нажмем, может быть, сама найдет. Найдите мне Годзиллу, пожалуйста. Я хочу Годзиллу. Годзилла. Я призываю Годзиллу, если что. Это так надо петь. Годзилла. Я новый Моргенштерн. Только с приятным голосом. Таким. Че ты одетый, чувак? Раздевайся. Ну, давай на раздевание поиграем. Ты выиграешь. У меня всего трусики остались и лифчик. Все. Тебе два раза надо победить. Я полностью голенькая.
А вот. Вот это равный мне соперник. У него то же самое. Только трусики. Но я выгляжу лучше, согласитесь. Вот давайте вместе станем. Вот какой персонаж лучше смотрится? Так, где тут повернуть камеру? Алло. А, вот это... Блин, она убежала. Ну, смотрите, ну мой персонаж вообще классный. Вообще классный. Я не помню, сам ли я делал этого персонажа, или он случайно создался. Он красиво смотрится. Так, у нас один игрок уже вылетел. Так, давайте включим микрофон, а? Hello, hello, my friends. Hello, hello, hello. А, еще нельзя говорить. Ну что, можно? Hello, hello, my friends. How do you do? Так. Так, а что, второй вылетел уже или что? Я не понял. Так, еще раз включу. Так, вот сюда нажать, да? Push to talk. All. А, надо нажимать. Switch to radio. Hello, hello, hello. Так, а почему в игре ничего не слышно стало? Я чуть не понял. Я как бы говорю, а звук с игры вообще перестал вообще идти. Что это такое? Почему так сделано? Ну ладно, я падаю. Куда падать не знаю, у меня один напарник только где-то. О, что-то говорят. Что-то говорят. Сюда лететь, что ли? На номер 4 лечу, короче. Парашют включу. Привет. 400, куда он летит-то? Давай вот сюда, в эти дома падаем. Let's go, let's go, let's go. Так, будем общаться с ними. Не понимаю, что он говорит, честно говоря. А я лечу с чуваком, которого нету вообще, представляете? Он вылетел с игры, и он со мной падает. Он что-то тоже говорит, чел, но я ничего не понимаю. Ну ладно, падаем, падаем. Сейчас кого-нибудь найдем, уничтожим. Я, это будет как моя приманка, вот этот второй игрок. Я его сейчас высажу на улицу, он будет просто тупо стоять. Если его убьют, я буду знать, что вокруг враг. Где-то тут. Я его вот поставлю, давайте здесь. Ой, прямо на балкон, нифига себе. Он прямо на балконе. Ё-моё, не туда высадил его. Никакой приманки. Так, ну тут же умеют они запрыгивать в окна. Кого-то уже убили. Я так понимаю, или что? Кого-то убили. А, нет, это наш напарник кого-то там подстрелил. Бота какого-то. Так, пистолет не очень. А что за оружие новое? Подожди. Вау. Вау. Два заряда, это типа супер крутой шотган. Так, блин, все будут... Кто-то бегает. Идет ко мне. Я готов. Иди ко мне, детка. Иди к папочке. Иди, я жду. Иди к мамочке, вернее. Не понял, что происходит. Не понял, что происходит вообще? Кто кого стреляет? На! Поешь свинца! А в кого стреляли? В кого бот стрелял? На! Хорошее оружие. С одного удара убивает. Но у них нет защиты, типа. Хотя нет, была защита. Я ее пробил, блин. Я пробил защиту, было бы круто. Если бы не пробил. Да, давайте уберем звук. Я что-то не понимаю, что он там бла-бла-бла. Кстати, можно выключить всех и самому что-то говорить. Тогда будет прикольно. Ты такой ходишь, что-то говоришь, но не слышишь, что тебе в ответ. Бесишь всех, короче. Ну что, двоих убили? Что дальше? Кто следующий? А? Где? Где враги? Враг не пройдет. Ну-ка, с ноги так дверь выламывая, как... спецназ, входим, ничего не находим. Дайте я гранату научусь кидать. Так, нажал, да, выбрал, и чё? А я через стену не убью, не умру? Проверка просто. Чё-то так долго взрывалось. Вообще, как будто 5 секунд прошло. Я думал, они 3 секунды взрываются, но это очень долго было. Надо держать в руке чеку, снимать и где-то 3 секунды, и потом кидать. В идеале.
Так, давайте энергетика выпьем. Я сейчас засыпаю в реале. Не в игре, а в реале. Я хочу, чтобы я был бодрствовал. Короче, я был кофеинчика немножко. Выпили. Там же есть кофеин, правильно? В энергетике-то в этом. Не рекомендую энергетики, ребята. Очень фигня. По сердцу бьет. Зачем энергетики пить? Я вот иногда, конечно, пью, но я знаю, вот вы любите там... Некоторые пару банок в день даже выпивают. Я не знаю, зачем, ребята. Ой, кто-то идет. Ой-ой-ой. Ой. О, прикиньте, там какие-то перестрелки. Я хочу бежать туда. Побежали. Так, какую кнопку бежать? Во, побежали. Впереди, да, где-то? Во-во-во, там. Давайте перезарядим. У меня какая-то новая пушка еще появилась. Это что за пушка вообще, ребята? Что-то обновили или что это за пушка? Или иконку обновили? Я такую не помню. Так, где-то здесь стреляли. Какая красивая трава, согласитесь. Трава просто красота. Стреляли где-то здесь. Плюс-минус. О, я вижу вот здесь. Боже мой. Где? Ты не пугай, чувак, меня. Это, может, не бот, кстати, был. Он какой-то странный был. А может, бот. Я не разбираюсь, ребят. Напишите, это был бот или нет. Он какой-то как будто меня видел и ждал, такой хотел за угла выйти, то что-то не получилось, у него кнопку не нажалась. Ну это бот точно, потому что он по мне мало нанес урона. Когда не бот, ты сразу умрешь от реального игрока, тут совсем другой урон идет. Так, ну что, тишина пока, больше никто не стреляет, куда идти? А где зона у нас? Зона нормально, зона на нас. Ну, не на нас, но все равно нормально. Ладно, побежали куда-нибудь. Не знаю куда. Куда бежать? К школе, что ли, бежать мне? Или в тот большой городок? Починки? Ой, красная зона. Короче, если дохну, меняй игру сразу. Бегу! Я не буду ничего делать. Мне надо просто бежать. Но это красная зона, центр. Я не могу ничего сделать. Повезет, не повезет. Под деревом спрячешься, все равно умрешь. Здесь нельзя спрятаться. Здесь нету никаких зданий, ничего. Я в пустом поле. Поэтому как повезет. Давай, беги. Может, оружие убрать, быстрее бежать будет. Вот так. По-моему, быстрее же бегает. Я знаю, на компьютерной версии, там надо убирать оружие, чтобы чуть-чуть быстрее бегать. На сколько? На 10% там быстрее. Или на 5%. А здесь, я не знаю, как... проверить, но по ощущениям, мне кажется, анимация быстрее такая, быстрее бегаешь. Ой, бомбу скидывают. А напарник слева какой-то, ну-ка. Вон он, давайте с напарником сблизимся. Если вы понимаете, о чем. Сблизимся с ним, 130 метров. Ого, как близко. Напарник тоже в опасности был. Ой, справа. Повезло. 100 метров. Он куда-то туда бежит, непонятно. Он, наверное, сам боится там. Все прошло. Здорово! Ура! Hello, my friend. Все, побежали. Интересно, он что-то будет говорить? Давайте послушаем. Ла-л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 а. Я не понимаю, почему. Почему, когда микрофон включен, звуков в игре нету? No! Я сказал no, он подумал, реально чувака, наверное, обстреливают, и побежал... помогать. Давайте еще что-нибудь скажем. Help. Надеюсь, меня слышно. Больше, кстати, никто ничего не говорит. Вот здесь перестрелка жесткая какая-то. Между двумя ботами, наверное. Они все и попасть не могут. Стреляют. У них еще патроны, наверное, бесконечные. Вообще со всех сторон какие-то враги.
Я слепой немножко, ребята. Вы видите врага? Я хочу в рукопашку его убить. Можно? О, в рукопашку. Я с ботами только в рукопашку теперь. А, он еще не умер. Ё-моё, он присел и стрелял по мне. Так, где-где? Где-где в Караганде? Иди сюда, иди. Один на один, только ты и я. Куда ты убегаешь? Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Я просто показываю, насколько тут глупые боты, насколько они не нужны в этой игре. Зачем это добавлять? Ребята, можно как-то убрать ботов, чтобы одни игроки были? Мне так неинтересно играть, когда реально один бот, второй бот, третий. Но я хочу реальных игроков видеть. Пусть они меня сразу убивают, но будет интересно. А то я даже чувства страха у меня нету. Потому что, ну что, бот не убьет. Потому что видите, сколько он здоровья снял? Но он, если будет стрелять минуты две в меня, может быть, он меня убьет. А я его за один выстрел могу убить. Ну, это что, нормально вообще? Можно как-то, может, хотя бы сложнее ботов сделать? То непонятно. Я, короче, недоволен этой темой с ботами. Наверное, без них совсем игроков не осталось. И поэтому это единственное, что они могли сделать. Ну, ладно, ребята, идем дальше. У нас Creative Destruction. Потому что там делать нечего. Одних ботов валить. Это долго, долго. А мы будем еще третью игру посмотрим. Может быть, тоже короткое будет видео. Мед-сервер. Выбираем. Какой сервер? Медиум, средний. Я не знаю, такой мед-сервер. И что мне делать надо? Давай, запускайся. Сейчас тренировка, наверное, будет, да? Это типа Fortnite, похоже. Look what I found. A new explorer. А, да, я проходил вот это. Давайте скипнем это. Да, скипнем. Я умею это все делать. Looks like you have what it takes. Next, соло или в команде? Подожди, а можно что-то выбрать? Да. А, нельзя. Ищет игру, короче. Ищет игру. Пока ищет, я вам покажу, что я сегодня купил. Не сегодня, вчера купил в магазинчике. Смотрите, что написано. Натура. Натура. Молочный коктейль со вкусом клубники. Интересно, это вкусная штука. 200 миллилитров. Видели какой-нибудь такой у вас в магазине или нет? Смотрите, вот как выглядит. Сверху вот так. Не знаю, вкусно, невкусно. Надо проверять. Дата изготовления... Ох, какая дата поздняя. Сейчас же уже 5-й месяц, прикиньте. Она уже почти срок годности закончится. Ужас, что я купил. Я просрочку, по сути, купил. Я не знаю. Если ролики эти не выйдут, ребята, знаете, мне плохо. Мне очень плохо, и мне не до роликов. Так что вините во всем вот эту компанию, подавайте в суд на нее. Скажите, что Андромалик перестал делать ролики из-за того, что выпил просрочку. Так, начинаем. Это специально сделано, чтобы показать, какие у вас скины крутые. Типа самый стильный, самый горячий и прочее. Esteemed explorer. Ну да, это Fortnite. Очень похоже на Fortnite. Так, сколько игроков? 100 игроков. Тут боты будут или все игроки? Как понять, ребята? Мне кажется, не может быть 100 игроков. Сейчас везде боты. This is the story my grandfather told me. Ладно, давайте падать. Мне надоела его история. Что-то там говорит, рассказывает. О, это у меня напарник какой-то еще есть. Смотрите, я не один падаю. Давайте вот сюда. Ух, какой звук. Давай, сюда. Что так медленно падаешь? Можно как-то ускориться? Давайте, вот 130 км в час пошло вот так. А сейчас вот 101, 190. А что тут за место? Тут дома есть? Да, есть. Они просто прогружаются в конце. Они какие-то сломанные дома, что ли? Да, руины. Ну ладно, нам надо оружие найти. Здесь, если что, как в Fortnite, вот так вот, смотрите, можно все разносить. Вот так. И я вошел в дом. Я внутри. Так, какой-то... А, это просто одежда.
в подарке одежды ничего такого не выпадает. Так, что это, защита была или что? Не понял я, что это было. Через окно можно выпрыгивать в этой игре? А, можно, когда сломаешь, да? Опа! Все, можно выпрыгнуть. Пока игроков не замечено, я тут один. Ну и также не замечено никакого оружия. Я не знаю, где его искать. В этой игре, походу, проблемы с оружием. Что это такое? Или я не понимаю чего-то? Медведь какой-то стоял. Что с ним делать? А машину можно сломать? О, можно. Она вся сразу сломается. Да, она просто исчезла. Никакой анимации даже не было. Просто исчезла машина. Была машина, нет машины. А лавочка? Как она уничтожается? То же самое. Тут в игре все одно. Ой, это что такое? Ну, здорово, крафт. Создать что-то нужно. Я не разбираюсь, но у меня реагентов нет. Материалов нет, это точно. Я вообще ничего не собрал, по сути. А, это, наверное, из-за того, что ты вот этой делаешь штукой. Все уничтожаешь. И потом ты можешь там что-то крафтить, я так понимаю. Угу. Ну, ясно, ясно. Ясно, ясно, ясно. Ясно, ясно, ясно. Так, что-то лежит. Подарочек. Блин, тут оружие есть в этой игре? Или тут крафтить надо все? Что это, оружие? О, ура, у меня оружие есть. 40 патронов, правда. Так, а это? Это патроны. Стреляет вот так. Они сами заряжаются, патроны, прикиньте. Смотрите, 10, 10, 10 в обойме. И 10 осталось. Так. Это типа новая маечка. Зачем? Не знаю, но я ее взял. Так, как тут карта выглядит? Карта выглядит вот так. Карта выглядит вот так. Игроки, пожалуйста, хоть кто-нибудь будет здесь? Я хочу кого-то убить. Как мне кого-то убить, если никого нет в игре? Вопрос. Так, как мне привлечь к себе внимание? Взять много патронов, найти и просто стрелять во все стороны. Я предлагаю такой план. Они подумают, что это бот какой-нибудь. И такие будут выходить, пытаться меня убить. А я тут хоп, и покажу, что я на самом деле серьезный игрок. Вы думали, я нубас, а я не нубас. Ну да, это Fortnite. У них даже аптечки же в эти слоты ставятся. Я не знаю, зачем так сделано, но вот... В Fortnite там 5 слотов, по-моему. В одну аптечку ставишь, либо еще что-то, и вот так вот играешь. Одно оружие, потом второе. Можно даже 3-4 оружия собирать, 5. Менять между ними там снайперку, дробовик, еще что-нибудь. Блин, скучная игра, я засыпаю, ребят. Никого нету. Ну давайте постреляем, что ли. Ну стреляй, пока молодой, как говорится. Стреляй. Стреляй, пока молодой. Стреляй, пока молодой. Нету никого. Все, я проверил. Идем дальше. Ну вот Free Fire, надеюсь, будут игроки. Пожалуйста, ребята, ну дайте мне игроков. Ну я же уже как бы не первый раз играю. Пожалуйста, дайте игроков. Все, запускаемся. Алло. Так, как начинать игру здесь? По-быстрому. Старт. О, все, идеально. Нажал старт, игра идет. А здесь у них концерт, как обычно, по заявкам. А как тут раздеться? У меня слишком много одежды, мне жарко. Как раздеться? Никак, наверное, да? Куда нажать надо, чтобы инвентарь посмотреть? Та-дам! Та-дам-та-дам! О, можно запрыгивать на кого-то? Да? Странно, но можно. Вот это механика. Во! А где они оружие нашли? Начинается. Ну, народу было, ну, человек 20 минимум. Народу было много. А пока мы летим, я открою свой молочный коктейль. Сперва достану трубочку. Мы лететь будем до конца просто. Карта большая, пусть они все прыгают, а я буду в конце. Один выживать. Ну, там все равно боты появятся, поэтому мне все равно. Так, смотрите, какая трубочка прикольная. Она вообще какая-то не пластиковая, а картон как будто. И мы вставляем ее вот в эту дырочку.
Давайте смотреть. Сильно протыкаем. Ой, надеюсь, мне плохо не будет. О! Пробую. А, надо взболтать было, наверное. Ё-моё. Ну ладно, она ж не выльется. Взбалтываем. Она ж лежала полгода где-то, эта штука, я говорю. Опа, уже я выпрыгнул. Ну нормально, я сейчас как раз доделаю коктейль. Так, я пью. Ну, клубника по вкусу. Ну, такая не слишком сладкая штука. Ну, типа, не так много сахара, приятно пить. Ну, так. Что-то похожее я... Конфетки такие какие-то были, я помню. Так, с таким же вкусом продавались. Один в один вкус. Ой, куда я упал? Ё-моё, это что это? Я не долетел, куда мне надо было. Куда теперь податься мне? Сюда, что ли? Сейчас меня убьют, тут кто-нибудь упал тоже уже заранее. Я тут без оружия бегаю. Побежали. Так, а в этой игре хоть бочки-то взрываются? Помните, мы проверяли. Ой! Я думал, взорвется. Испугался. Одним ударом я уверен был, что я не взорву. Но такой звук был. Опа! Противник. А где он? Я боюсь. Кто-нибудь видел, откуда стреляли? Ой. Ой. Тут, короче, какой-то игрок с кем-то перестреливается, наверное. Ой, защиту взял. Это уже хорошо. Выше шанс, что меня, что я убью. Дайте вот эту пушку. У нее 50 патронов. Я люблю побольше патронов. Где-то здесь бот, короче, возле этого здания. Ну, это бот, 100%. Он тупо бегал, не знал, как, что делать. О, что у него есть? Что-то много всего. Вау! У этого бота столько всего. Аптечек, смотрите, сколько. Ой, это что за оружие? Так, а что здесь? Оружие покупать? Прикиньте, можно оружие. За донат, что ли, или как? Ну да, за донат какой-то, или что это? За донат оружие уже можно покупать. Вот это, конечно, да. Но они миллионы долларов зарабатывают. Эта игра очень супер крутая такая, если что. Но она в России, по-моему, не популярна. Если поправьте меня, если я не прав. Но, по-моему, больше в нее в других странах играют. В англоязычных странах. Даже в Испании, по-моему, она популярна. В Мексике. Я просто видел рекламу на мексиканском или на испанском, по-моему. В Испании же это же, что и в Мексике звук, язык. Так, давайте попробуем взорвать. Ну-ка. Так. Три выстрела где-то, да, было? Три выстрела. Так, кто-то будет здесь еще? Я жду свою жертву. Подходи по одному. Ну? Где враги? Где враги? Так, что валяется тут? Патроны, да? Патроны. 21 человек остался в живых. Это что, так мало было? Я всегда, знаешь, на эти играю. Здесь очень много людей остается. Ладно, побежали, наверное, в центр. Дамба тут какая-то есть, да? Хорошая штучка. Буду пить, чтобы не заснуть от такой игры, где никого нету сейчас. Убил одного бота и все. Куда бежать, чтобы людей найти, реальных игроков? Где все тусят в этой игре? Это беги, что ты перестала бежать-то? Я только карту посмотрел. Так, а где мы вообще находимся на карте? Я вообще слепой. А где мы? Ребята, а где мы? А, вот мы его, вижу. Вкусная штучка, кстати. Получше энергетических напитков, ребята. Возьмите лучше вот это, чем энергетик какой-нибудь. А потом пердеть, и живот будет болеть от этих газов. Уж лучше от молока будет вздутие живота, чем от химии. Ну, хотя тут тоже химия, но поменьше. Я верю, по крайней мере, в это. Ну что, здесь должны быть боты. Давайте постреляем. Бам, бам, бам. Ну что, боты будут? Где все игроки? Так много игроков было, я обрадовался. Человек 20 было. Все там что-то танцевали. Я просто иду и стреляю.
Я иду и стреляю. Просто, чтобы привлечь внимание. Ну, даже так я привлекаю внимание, никого нету. Здесь дома пустые в этой игре. Кстати, трава лучше стала. Раньше, я помню, как-то играл, травы вообще не было в игре. То ли я графику максимальную поставил, у меня же iPad Pro этот мощный. Уже M1 выйдет скоро, iPad Pro, так что мой уже не самый мощный iPad в мире. Я прикалываюсь, если что. Блин, все равно там на самом деле и этого хватает мощности. Я бы только купил, если бы места больше брать. Там не 256 гигабайт, а терабайт. И там 16 гигов оперативы будет. Если терабайт берешь, или 2 терабайта, у них 16 гигов оперативы. А так 8 гигов в iPad Pro. Ну, убейте меня, боты. Боты, ну как? Где они? Так, а можно бегать и просто стрелять? Не, нельзя. Там сразу устанавливать. О! О, взрывать будем все. О, что-то по... Что-то летит. О, давай. Дроп. Опа. Спасибо. Thank you very much. Thank you. Здесь нельзя, интересно, по радио разговаривать никак? О, и подсветочка такая для нубаса. Кто уж совсем слепой и не знает, куда упал. Так. Интересно, она... Тут на здание тоже, по-моему, падает. Я видел много раз. Падал на здание. Можно, знаете, собрать и сидеть где-то сбоку, ждать, пока кто-нибудь тоже решит забрать дроп. Кстати, что будет? Давайте смотреть, что выпадет. Да что такое? Меня чисто машины убили. Так, этого чувака тоже сейчас убьют. Смотрите, давайте посмотрим просто, как они играют. За деревом, так, ого, нифига себе. Это что, он снайперкой так стрелять собирается? Мне кажется, он на клавиатуре играет, честно, вот, ребята. Я, конечно, ничего не могу сказать, утверждать, но мне кажется, это клавиатура с мышкой. Я так играть не могу. Или тот с клавиатурой и мышкой, или этот, неважно. Ну, короче, его убьют, мне кажется. Он сейчас перевязочку себе сделал. У меня гад задавил. Задавил он меня. Так бы я его уничтожил. 5 человек за ним смотрят. Я так понимаю, он уже 5 убил. Реально. Будем смотреть. Я просто хочу, чтобы его убили наконец-то. И я сразу закрою игру. Блин, он сам боится к тому чуваку идти. Там на снайперке кто-то стрелял по нему. Он теперь ищет. О, нашел его, прикиньте. Да не, это на компе он играет. Я там вообще точку не видел. Да как так? И еще что-то как будто кого-то видит. Как-то играет он странно. Убил и смотрит. За лутом пойдет или нет? Я не знаю, что это такое. Он даже не пошел за лутом. У него типа все крутое. Вот, я-то не залутал даже это. Он все забрал мое. Ладно. Хорошо, поиграли. Не скажу, что тут что-то мне понравилось. Ну, PUBG, конечно, лучше, чем Free Fire. Вот то, что я могу сказать. Я не знаю, вам реально нравится Free Fire? Или это как-то реклама идет и все играют? Но мне нравится PUBG, честно. PUBG офигенная игра, а Free Fire, ну, пародия жалкая на эту игру. Ну что ж, спасибо, что смотрели. С вами был Эндрю Малик. И у нас в следующем выпуске будем выполнять миссии для GTA 3, потом GTA Vice City. Liberty City Stories, и в конце уже будет у нас San Andreas, самая огромная GTA, из, ну не считая 4-ю, 5-ю часть. Хотя мне кажется, San Andreas больше, чем GTA 4. Поправьте меня, если я не прав, но мне кажется, мир в GTA San Andreas больше по размерам, чем в GTA 4. Хотя, может быть, я не прав, но там Нью-Йорк, но мне кажется, не такой большой. Надо смотреть. Мне, кстати, в GTA 4 захотелось посмотреть, поиграть. Я вот думал GeForce 3090 купить, да? Но сейчас криптовалюта это подорожало, и цены на видеокарты какой-то бред. Невозможно, короче, купить по нормальной цене видеокарту, поэтому буду ждать, когда подешевеет, потому что в 3 или в 2 раза дороже покупать видеокарту я не согласен, не намерен. Бах! Я протестую.
Все, всем пока, спасибо за лайки, за колокольчик, приходите на следующий ролик. Всех жду, никому не опаздывать, понятно? А то родителей вызову в школу, к директору, все, поняли? Пока.